Всем добрейшего времени суток, с вами Горыныч и третья часть ностальгического видеопрохождения игры Mass Effect. Итак, мы с вами прибыли на цитадели, сейчас идем, мы находимся сейчас в башне цитадели, идем на обсуждение той информации, которую мы предоставили совету. Так, вот вдалеке стоит капитан Андерсон. Так, наши близнецы Эшли Уильямс и Кайден Оленко. Давайте пойдем послушаем, что нам расскажут господа из совета. Уже почти все началось. Давайте начнем. The Geth attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way. Атака Гетов — это очень серьезно, но нет никаких доказательств, что Саран в этом участвовал. Вы спустите ему с рук, что он убил Найлоса? Мы читали рапорт Сиден Прайм, посол. Как вы можете такое говорить, Найлос был моим другом? This must be your protege, Commander Shepard, the one who let the beacon get destroyed. Ну, в общем, все отрицает и сваливает все на то, что люди его не любят. Все такое. The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. With Nihilus gone, his files passed on to me. I read the Eden Prime report. I was unimpressed. But what can you expect from a human? Ну, наш капитан Шепард сказал, миссия на Eden Prime была совершенно секретна. Откуда вы о ней узнали? Ну, Саран парирует. Найлус, улетая, оставил информацию об этом мне, поэтому я о ней узнал. Так. Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Саран ненавидит человечество, поэтому он атаковал Eden Prime. You're not ready to join the council. You're not even ready to join the Spectres. Ваш вид должен знать свое место, Шепард. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, counselor, and mine. Saren's hiding behind his position as a Spectre. You need to open your eyes. What we need is evidence. So far, we've seen nothing. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? Ну, вот опять Андерсон говорит, что Шепард видел видение, когда вошел в контакт с маяком, на что совет говорит, что мы не нуждаемся ни в каких видениях, нас волнует только доказательства. Вы сможете их предоставить? Что-нибудь еще, командир Шепард? Вы не хотите видеть правду? The council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. This meeting is adjourned. Совет не находит никакой связи между атакой гетов с Сараном и ваш запрос на введение Шепарда Спектра отклонен. I know Saren. He's working with the Geth for one reason.
to exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Удина говорит Андерсону: капитан, вам не следовало выдвигать обвинения против Сарана. У вас с Сараном как бы есть предыдущие дела, и совет знает об этом. На что Андерсон возражает, что как бы Саран действительно опасен, я его знаю, и совет должен был прислушаться к нашим словам. И в данный момент времени каждая колония рискует, каждый мир находится в опасности. Даже Земля, ну, even Earth isn't safe. Ну, то есть, даже Земля не находится в безопасности. Давайте спросим, откуда он знает Сарана. Ну, в прошлых частях я вам рассказывал, что капитан Андерсон был сколько-то лет назад кандидатом в спектры, и на аналогичном задании он участвовал в этом задании вместе с Сараном, и Саран его подставил. То есть вместо того, чтобы захватить преступников, Саран организовал все так, что чтобы не нашлись никаких, ну, чтобы никто не нашел никаких доказательств, он убил преступников и плюс еще взорвал завод, уничтожив несколько десятков мирных жителей. И потом все это свалил на капитана Андерсона. Ну, в какой-то из частей я просто более подробно остановлюсь на вот этой вот деятельности Сарана, которая не вошла в первую игру. Дело в том, что все, о чем здесь говорится, описывается в романе Дрю Карпишина. Ну, сейчас давайте не будем терять нить повествования. Давайте спросим, откуда он знает Сарана. Скажите мне эту историю. Я работал вместе с ним на одной миссии много лет назад. Все было очень плохо. Ну, в общем, здесь не место об этих разговорах, мы должны его остановить. Но как? Какой у нас следующий шаг? Как спектр, он нам не подконтролен, а мы должны вывести его на чистую воду. Как насчет Гарруса? Ты прав. Он может нам предоставить какую-то информацию об этом. Я должна поговорить с ним. Есть какие-то идеи, где он находится? Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that. You won't have to. I don't want the council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. Удина говорит, у меня есть один контакт в СБЦ. Его зовут бывший агент СБЦ, его зовут Харкин. На что Андерсон говорит, Харкину нельзя доверять, он пьяница и идиот. На что Удина ему говорит, у нас нет времени обсуждать это. Мы не должны игнорировать ни одну из зацепок. Шепард должен это использовать. Так, ладно. You can't just cut Captain Anderson out of this investigation. The ambassador's right. I need to step aside. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. И в этом расследовании капитан Андерсон не должен участвовать. Харкин, скорее всего, зависает в кабаке под названием «Логово Кобры». Это небольшой клуб на нижней секции торга, внизу, на нижней секции. Так, и вот здесь вот лучше вот спросить, есть еще какие-нибудь идеи? Вот. Он говорит, вы должны поговорить с Барлавоном. Это в финансовом районе.
Он агент серого посредника. Он торгует с информацией. Покупает и продает секреты. Он, скорее всего, может знать что-то о Сарине. Но к его информации тоже нужно относиться с толикой цинизма. Так, давайте вот так вот спросим. Что между вами случилось? Сарин eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience, no hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Ну вот, о чем я не так давно, минуту даже назад сказал, Андерсон объяснил, что на этой миссии погибло очень много мирных жителей. И, ну, грубо говоря, Саран безжалостный ублюдок, который идет по головам, не считаясь с потерями мирного населения. Killing innocents doesn't end wars, it causes them. I know how the world works. Я знаю, как работает мир, команда. Сарин doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. And he knows how to cover his tracks. Ну, то есть, вот опять же, говорили об этом. Сарин беспринципный скот, он любит насилие, он любит убивать. И, ну, короче, он мастер своего дела. Давайте вот еще чуть-чуть разузнаем по поводу совета и нашего посла. He's just frustrated. The council's always preaching that we need to be part of the galactic community. But for them, it's a one-way street. They want us to expand and settle unstable regions like the Skillian Verge and the Attican Traverse. But when we run into trouble, they don't want to help us out. Everyone knows it's only a matter of time until we get a seat on the council. The ambassador just thinks it should happen sooner rather than later. And I agree. Так. You don't think much of Harkin. The guy joined CSEC about 20 years ago. He's been an embarrassment to our species ever since. Roughing up suspects in custody, bribery accusations, alcohol and drug use. The embassy used to step in when he got in trouble. But I guess enough was enough. Вот спросили по поводу Харкина. Он сказал, что он там служил какое-то время в СБЦ, но был продажным полицейским, употреблял алкоголь, наркотики. Ну, короче, вел себя не очень хорошо. Так, почему его защищают? He should have been cut loose a long time ago. He was one of the first human CSEC officers. И Харкин, он был первым офицером СБЦ. Поэтому до сих пор еще на свободе. But it looks like his time's run out. We've got enough humans in CSEC now to stop protecting. Угу. По большей части, ну, вот на данный момент времени и тем более до событий игры офицерами СБЦ были практически туриане, если я ничего не путаю. Так, давайте еще раз про спектры. Это не типичные правительственные агенты. Они работают одни за под прикрытием. Задание ему дает совет, они работают по всей галактике. Но если совет предпочитает дипломатию, торговлю, но иногда с помощью как бы спектров совет может прибегнуть и к более экстремальным видам деятельности, если им это надо. How do they decide who becomes a Spectre? You can't just apply to join. There's no training program. Spectres aren't made. They're born.
Спектр не становится, спектрами рождаются. They've been watching you for years. They see something in you. They want you on their side. Nihlus was supposed to give them a final recommendation, but with him gone, things are still up in the air. Так, как они организованы? Нет командной структуры. Каждый спектр непосредственно подчиняется совету. Иногда они посылаются на разные миссии, действуют иногда за рамками закона. Да, спектры очень сильны. Это мы поняли. Давайте про теневого серого посредника. Кто он такой? Buying and selling information is a part of the game, and the Shadow Broker just happens to be the best player on the field. Always sells to the highest bidder. Doesn't get involved in politics, doesn't pick sides. A simple system, but it works. He's not a threat to any, not directly. He's just a resource we can use, or she is, or maybe they are. Nobody really knows. То есть, грубо говоря, серый посредник торгует с информацией, и никто не знает, как он выглядит, но он очень влиятелен. Да, про Барлоуона. He specializes in moving large sums of money without leaving a paper trail. A financial genius, doesn't do anything illegal, but he knows all the loopholes. He's got an impressive client list. Ambassadors, diplomats, specters. That's probably why the Shadow Broker uses him. Ну, то есть, являясь агентом серого посредника, Барлоуон, опять же, занимается как легальной, так и нелегальной деятельностью, ходит по лезвию ножа, но его услугами пользуются послы, дипломаты, спектры. Ну и по этой как раз причине серый посредник его использует. I'll be over in the ambassador's office if you need anything else. Удачи, Шепард. Я буду в офисе посла, если вам я понадоблюсь. Так, вот неплохо так нас обломали. Ну, на месте совета, как бы, ну, я надеюсь, вы согласны, вы поступили точно так же. Кайден что-то хмыкнул. Ага. Так. Чурбан. Ну вот они с нашей спиной разговаривают. Что-то этот пацан делает с хранителем. Это один из побочных квестов, который, если его выполнить во второй части Mass Effect, принесет нам полезную информацию, про которую я все равно кое-что расскажу, даже в рамках прохождения первой игры. Вот этот один из исследователей, они пытаются просканировать всех хранителей, ну, доступных в данный момент времени на цитадели, для их исследования. Ну, давайте поможем. И, чувак. Что? О, нет. Не имеет значения. Сларианец. Вы что-то хотели? Почему вы интересуетесь хранителями? Хранителями? Я не интересуюсь. Не тренди. Мне не хотелось бы говорить об этом. Да почему нет? Мы хотим просто поговорить. Что-то не так? Нет. I'm using a small scanner to gather readings on the keepers. So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Так, ну, у него есть небольшой сканер, но как бы есть проблемы со сканированием этих существ. Why are you being so secretive about it, though? Well, technically we're not supposed to disturb the keepers. I don't really think my scanning disturbs them, but the authorities might disagree. I'd like to do it more openly, but it's not really worth getting arrested over. Ну,
На самом деле он опасается, что его за эту противоправную деятельность арестуют. Я уже упоминал, что в законах Цитадели написано, что нельзя вмешиваться никоим образом в работу хранителей. Сейчас нам вот это вот согласие на этот квест принесет какое-то количество очков отступника, по-моему. Дайте мне помочь вам. Я до вас даже и не знаю. Я из Альянса. Я командор Шепард. Вполне возможно, вы сможете мне помочь. Возьмите, вам это понадобится, сканируйте все, что найдете. Активируйте этот сканер рядом с каждым из хранителей. Ну и за это вы получите несколько кредитов. А почему вы это делаете? Мы хотим знать больше о хранителях. Я ученый. Ну, тебе не хворать, чувачок. Нет, пока нам ничего не принесло. Так, Рир, адмирал Кахоку. Ну, сейчас с ним поговорить нельзя, пока мы не спектр. Ну, то есть он с вами пока разговаривать не будет. Это у него можно еще взять один побочный квест. Так, я не уверен, что в данном прохождении найду всех хранителей, хотя я примерно знаю, где они находятся, их достаточно большое количество, но и некоторые так очень хорошо запрятаны. Но то, что найду, то найду, потому что заморачиваться тоже не стоит. Так, сосканировали. Так, это кто такой? А. Ну, я исхожу из того, что беготня по цитадели исключительно для того, чтобы сканировать хранителей, прибавит к видеопрохождению часик еще какой-то. Но это тоже будет не слишком интересно наблюдать, согласитесь. Ну, тем более, я знаю, что нам принесет этот квест во второй части. Так, этот опять с нами. Сейчас этого дурака не будет. Стоп. Давайте этого тоже просканируем. Что-то я его забыл. Ой. Ну вот видите, здесь даже по газону можно бегать. NPC там о чем-то трендят. Это нас, честно говоря, не интересует. Да. Деревья, что-то такая аналогия на японскую сакуру, но, скорее всего, нет. Вот я тебя, гаденыш, искал. Их здесь три. Отлично. Нам нужно или направиться к Барлавону, или найти Харкина. Ну, как все обычно делают, можно пойти к Харкину. В логово кобры. Ну, сейчас на нас около логова кобры должны будут напасть. Как бы это странно ни звучало. Так, элеватор. Можно было, конечно, воспользоваться транзитным транспортом. Мы не будем этого делать. Жесть, я не могу поверить, что долбанный совет проигнорировал информацию о Сарине.
Да, она ненавидит политику. Ну вот отлично. И здесь тоже. Ну, может, давайте сначала к Барлоону сходим. Какая хрен разница? Скан. Да мы его не беспокоим ни разу. Так как мы достаточно близки, потому что финансовый район через водоем от нас. Так, и здесь вот небольшая прикольная побочная катавасия. Там стоит офицер безопасности и ханарский проповедник. Сейчас мы к ним подойдем. Так, нет, я зря сюда пошел. Это на нижние торговые уровни нас спустят. Попробуем разрешить эту ситуацию. Надеюсь, очков устрашения и всего остального, там, обаяния нам хватит. Ну, я надеюсь. Итак. Он меня не слушает. He should be more tolerant. It's just trying to express its beliefs. I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulations. There are specific areas where preaching is legal. Ну, то есть, офицер говорит, что этот ханар, в принципе, может проповедовать на цитадели, имея определенное разрешение, но в определенных местах. Вот это место как раз не указано в списке разрешенных. What's the purpose behind the evangelical permits? Forcing religious evangelicals to register for a permit weeds out undesirables. It keeps the area safe. The Citadel is too important to become a battleground for a religious war. Ну, давайте попробуем поговорить. If you'd like, I could talk to the Hanar for you. I have argued with the stubborn jelly all afternoon. You are certainly welcome to try. Так, Ханар проповедник. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the honorable CSEC officer enlisted assistance? Вы нарушаете закон. Офицер выполняет только свою работу. Это у вас проблема. Видите, у нас тут нет ни убеждений, ничего. Почему не хотите заплатить за право проповедовать? Деньги ограничены. Я не должен, я уверен, что не должен платить за то, что говорю правду. 150 кредитов, но нам придется все-таки заплатить. Я думаю. This is a most appreciated action. You are not of the Hanar, but you wish to help spread the truth of the Enkindlers. This one will not cause any further trouble for the CSEC officer. This one offers its thanks. А то есть он нас благодарит. Отлично. I see the Hanar is left. Thank you. Да не проблема. Here, for your assistance in this matter. Now, if you'll excuse me, I should report to my superiors. Да пофиг. Что-то он нам там дал. Это ж не важно. Так, и здесь у нас, помимо Барлоуна, есть еще так интересный персонаж. Сейчас, наверное, тоже к нему зайдем. По Алюбасу. Давайте расспросим. Вот он, Барлоун. Еще один из земного клана. Ну да, он торговец информацией, он же знает. Вы с Торфана. Когда
на него напали, вы там, блин, офигенно сражались. Вы знаете меня? Мы раньше не встречались. Забудь. Меня зовут Барлавон. Моя работа — владеть информацией, знать все, что происходит вокруг. Давайте, нуждаюсь в вашей помощи. Do you have any information about Saren? You're very blunt, Shepard. But you're right. I am an agent for the Shadow Broker, and I do know something about Saren. То есть он признает, что он, да, он знает. Можем ли прийти к соглашению? Your information can be expensive. Это очень важно. Normally, this information would cost a small fortune, but these are exceptional circumstances. Ну, в другой ситуации эта информация стоила бы денег, но я отдам ее вам бесплатно. Да, ну то есть Сэрон прокинул серого посредника. Поэтому нам информацию дают бесплатно. Not stupid. He knows the Shadow Broker is a valuable ally. Turning on him doesn't make sense. Not unless something huge was at stake. I don't know the details, but the Shadow Broker hired a freelancer to deal with it. A Krogan mercenary. Он говорит о том, что один из агентов серого посредника предал его и перешел на сторону Сарен. Это хозяин бара, если я не ошибаюсь, логово Кобры. Его зовут Фиск. И за этим Фиском послали убийцу, фрилансера. Ну, то есть наемника. Наемник — это Кроган. Что-нибудь еще? I just told you that the most famous specter in the galaxy betrayed the Shadow Broker. Quite a bargain, considering the price. Speak with the Krogan if you want to learn more. Поговорите с Кроганом, если хотите узнать намного больше. If you hurry, you might catch him before he leaves the academy. Ну, то есть говорят, что он где-то в районе Академии находится. Isn't it strange that a Krogan would want to speak with C-Sec? Не странно ли, что наемник находится в СБЦ? I doubt the visit was entirely his choice. You'll need to speak with him if you want to know more. Давайте персональные вопросы зададим. Galactic finance is incredibly complex. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. I'm an expert in how all these economies interact. For a fee, I share my expertise. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. That's my motto. Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed. For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help you... В общем, народ, не заморачивайтесь, он нам просто объясняет хитрости вот этого своей работы. Still sounds shady to me. Then we can only hope you will never be cursed with a large enough fortune to require my services. Ну, про серого посредника он ни черта не расскажет. Most people think I deal in finances, but my real currency is knowledge. I trade information. Ну, многие думают, что он финансист, на самом деле он торгует информацией. But the Shadow Broker is the true master. Every day he buys and sells secrets that could topple governments. Ну, то есть каждый день он покупает и продает секреты большинства правительств, лиц и всего остального.
Nobody ends up with an advantage in the end. Any guess what his identity might be? I don't know. Я не знаю, никто не знает. И не знает ни его расы, ни половой принадлежности. У меня есть, конечно, теория, что во главе группы, кто стоит во главе группы, но это не имеет никакого отношения. But no matter how long you play, no matter how many secrets you buy, you can never win. I thought you'd know more about the man you work for. From time to time, I come across information I sell to the Shadow Broker. That's my only involvement. I like it that way. The more you know, the more dangerous the game becomes. I don't like danger, Commander. I'll leave that to you. I should go. Goodbye, Commander. Ну, Барлоу, он типичный представитель. Он, во-первых, хитер, осторожен. Так, я обещал еще одно посещение. Давайте все-таки сбегаем. И сейчас мы увидим, сейчас мы с вами увидим вторую дочь Азари, которая наследство во второй части. Помните, в прошлой части я вам ее показал, первую дочку, а сейчас встретим вторую. Recognize you as one of our expected clients today. Would you like me to see when the consort will be able to meet with you? Can't I just go in? I'm afraid not. Yeah, you must understand there are many who seek the consort services. But if you wish to leave your name, she'll make every effort to meet with you. What do you do here, Nalina? I'm one of the consort's acolytes. Many of the people here today will not see the consort, ассистент консорта. Ну, даже сложно характеризовать это место. Это... Блин, и... Экскорт, услуги и одновременно гадание на кофейной гуще и все остальное. Well, each acolyte has her unique abilities. Some soothe with song, others with conversation. As much as possible, we seek to match the needs of our clients to the skills of our acolytes. My specialty is touch. My fingertips can find every tension point in your body and relieve it. I'd like to try out your services. Excellent. I'll add you to our client list. We should be able to see you in... То есть зашибись, через 4 месяца записать. Вы что, серьезно? Well, that's not for me to judge. I have your name, and you'll be contacted. Is there anything else? I think I'm done here. Oh, well, I hope you'll return again in the future. We always enjoy seeing new clients. Nalina. Yes, Shaira? Send the commander up to see me. I wish to speak with her. Yes, of course, mistress. Mm-hmm. Хозяйка нами заинтересовалась. Здесь мы получим еще один побочный квест. She'd like to meet with you now. Where do I go? Just head upstairs. She'll be waiting for you. Ну, очки опыта нам как-то надо набирать. That is close enough, Commander. I've heard a great many things about you since your arrival here in our citadel. What exactly do you do? That depends on your needs. I offer advice to some,
Я предоставляю комфорт для других. У меня существует некоторая проблема. Я надеюсь, что вы поможете ее решить. I won't discuss the details, but he wanted me to be more than I could be. We had a falling out. Now he spends his days in Cora's den, drinking and spreading lies about me. If you would speak to him as a fellow soldier, I believe he will listen to you and let the matter be. Она говорит о том, что ее друг Турианец Септимус, ну, они с ним поссорились, он напивается в логове кобры и распространяет ложь. О ней. Она хочет, чтобы мы с ним поговорили. Что случилось между вами? Это абсолютно не важно. Now I must ask you to take your leave. I have many clients waiting to see me. Да, мы с Шайрой ходим парой. Лесбиянки мы с Шайрой. Фишка в том, что этот генерал там рассказал послу Элькору, ну, соврал, и, соответственно, тот обиделся на Шайру. Few are ever asked to aid Shaira. It's quite an honor. Никто так быстро не получал доступа к телу Шаиры. Это большая честь. Вот как-то так. Замечательно. Давайте направимся к логову кобры. World location. Вот. Клуб для джентльменов, вы прибыли. Так, если вы думаете, что мы сейчас с вами попремся в логово кобры, то вы глубоко ошибаетесь. Дело в том, чтобы минимизировать, так скажем, временные затраты на прохождение игры, мы сейчас соберем все квесты, которые, ну, точки, которые сходятся как раз в логове кобры, и как бы выполним их одним махом. Ну, то есть, так как я знаю, что, где и как, это позволит нам не просто мотаться по цитадели, выполняя одно задание последовательно за другим, а все будем делать параллельно и в кучу. Какой Кроган пошел, красавчик. Рептилоид. А про Кроганах потом поговорим. Вот так. Вот здесь у нас еще есть торговцы. Попутно мы сейчас прикупим пару лицензий. Так, Сларианс Морлан. Привет. You want many good supplies, yes? Да. Let me see what you have. Покажите, что у вас есть. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Нас интересует стандартное вооружение. Естественно, цены здесь зашкаливают. Так, Иланус Риск Контроль. Лицензия. Покупаем. И на самом деле апгрейд Медигеля. Ну, что он делает? Он увеличивает продолжительность и эффект действия. Отлично. Второй медигель мы с вами не купим, потому что это невозможно, судя по нашим финансам. Так.
кто еще у нас тут? Только Морлан. Ну, с Морланом тут еще один побочный квест будет, но он будет, по-моему, только тогда, когда мы будем в звании Спектр. Да, еще один такой интересный момент. Все побочные квесты на Цитадели, они как бы разграничиваются по двум критериям. Первый — это квесты, которые вот сейчас мы можем получить в качестве офицера Альянса Звездных Систем. И второй тип — это когда мы получим звание Спектра. То есть как только мы получим звание Спектра, у нас появится еще несколько дополнительных побочных заданий. Отлично, побежали дальше. Так, вот еще один побочный квест — это фанат. Он нас задолбает. Давайте к нему подойдем. Конрад Вернер. Черт, это вы! Не командир Шепард. Герой Эден Прайм. Я так рад встретить вас. Рад встретить вас. И вы? Меня зовут Конрад. Конрад Вернер. They say you killed more than 100 Geth on Eden Prime. I spent most of my time trying to stay alive and help the colonists. Hey, I know you're probably busy, but do you have time for a quick autograph? Ну, попросил сделать фотографию. Да не проблема. Anything for a fan. А, нет, here. Расписаться, по-моему. Thanks. I really appreciate it. My wife is going to be so impressed. Это второй раз. I'll let you get back to work. Oh, but next time you're on Earth, I'd love to buy you a drink. Thanks again. А второй раз он попросит сфотографироваться. В третий, по-моему, он с нами начнет болтать о том, чтобы вступить в морскую пехоту. Ну, его, по-моему, следует отговорить. Так, Волос. Экспат. Hello, Earth Clan. Тоже торговец. Давай про колонии спросим. Какие колонии? Oh, my mistake, Earth Clan. I assume... Не имеет значения. Ха-ха-ха. Феррис Новерия. Well, if you haven't heard of them yet, I'm sure you will. Если вы там не были, я уверен, что вы там будете. But it doesn't matter where you hail from. My goods are available to all. Что вы имеете в виду? Show me what you got. Или покажите. Нет, покажите. Most excellent. Потом изучим. Так, что у нас тут есть? Так, Элкос Комбайн. Лицензия 5 за 100. Так. Welcome back, Earth Clan. Will you be needing supplies for your return to the colonies? Давайте узнаем про Наверию и Феррис. Это две колонии, ну, две планеты, на которых нам придется побывать в рамках основных квестов Mass Effect. Что вы можете сказать про Наверию? Находится под Атическом траверсе. Но там нет достаточно много клиентов. Так, ладно. Что насчет Ферриса? Это старый претанский мир. Люди не первые, которые колонизировали эту планету. Но какое-то время назад я потерял контакт с моим источником на Ферросе. То есть, что-то неладно в датском королевстве, как вы считаете? Так, Волос Чоппер что скажет? Да нифига ничего не скажет. Он просто говорит, что это самое хорошее место для торговли. Так, кипер очередной. Хранитель. Извиняюсь, я иногда на английский буду переходить, потому что у меня уже тут ум за разум заходит. Так, этот ничем не торгует, этот Торианец тоже ничем не торгует. Если я не ошибаюсь, сейчас мы дадим кое-кому по наглой режимоле. Хотя нет, может потом чуть-чуть. Посмотрите на этот вид цитадели. Так, вот это журналистка, по-моему, да? Эмили Вонг.
Командор Шепард, извините меня, командор Шепард. Я Эмили Вонг. I'm an investigative journalist working here on the Citadel. Could I have a moment of your time? Я журналист, который освещает жизнь на Цитадели. Не могли бы вы уделить мне какое-то количество вашего времени? Конечно. I've been hunting for evidence of corruption and organized crime on the Citadel, but there are places I can't go. I was hoping you might share anything you find during your own investigation. I can make it worth your time. Ну, то есть у нее есть какая-то информация о коррупции на Цитадели, и она хотела бы, чтобы мы помогли ей в этом расследовании. Давайте. How do you know that my investigation is going to uncover anything you need? You wouldn't be investigating if it weren't big. And if it's big, it's something I'd like to hear about. Почему я? You've got to have access to better sources. Why contact me? I'm using every source I can find, but I think I've got a better shot with you. I read about the siege of Torfin, sending your men to their deaths, shooting slavers as they tried to surrender. I need someone who isn't afraid to get their hands dirty. Someone who'll do what needs to be done. That's you. Подлизывается. Источник информации. How do you know I'm investigating anything here on the Citadel? I'm a good journalist, Commander Shepard. Word gets around. Ладно, давайте согласимся. Sounds like a good cause. Если я найду эту информацию, я вам ее доставлю. И мы ее найдем. Thank you, Commander. You won't regret it. Отлично. Так, теперь вот сюда. В более престижное заведение по сравнению с логовом Кобры. Так, и вот пока мы не инспектор, здесь не появится еще один NPC, который попросит нас об одолжении. Интересно. Так, ну, пока здесь мы потанцевать не сможем. Ну, я надеюсь, что все в курсе, что Шепард, как мужской, так и женский персонаж, танцевать абсолютно не умеет. Так, отлично. Вот. Рита. Давайте с ней поговорим. Who, Doran? Oh, I was just asking her about my sister. She worked for Doran before she left to... Sorry, I don't want to bore you with my problems. Я не хочу вас грузить моими проблемами. Все окей, рассказывайте. I'm interested to hear what you have to say. Well, okay. My sister Jenna... Ее сестра Дженна сейчас работает в логове Кобры. А проблема в том, что она информат РСБЦ. Если они узнают, на кого она работает, то ее убьют. Да, звучит нехорошо. Это очень опасная работа. Я это говорила, но я не знаю. Иногда я считаю, что она не слушает меня. Вы говорили с СБЦ? Это нет, это секретная информация. Я поговорю с ней. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's den is. Would you? That'd be great. Just don't tell her I sent you. Well, I should get back to work before I get in trouble. То есть она опять извинилась. Это пригодится, потому что мы выйдем на директора СБЦ в ходе этого подквеста. Так, давайте найдем место, откуда можно обозреть цитадель. Вот отсюда, по-моему. Большое местечко. Это ваше профессиональное мнение, сэр.
Да, вид действительно потрясающий. Это не станция, это город. Здесь, наверное, живут миллионы. This makes Jump Zero look like a portageon, and it's the largest deep space station the Alliance has. Jump Zero is big, but this is a whole other scale. Look at the ward arms. How do they keep all that mass from flying apart? The Council represents more races than I thought. No wonder they're careful with newcomers. They probably just want to keep everything running. It has to be hard keeping all these cultures working together. Maybe they just don't like humans. Why not? We've got oceans, beautiful women, this emotion called love. According to the old vids, we have everything they want. When you put it that way, there's no reason they wouldn't like you. I mean, us, humans. You don't take much shore leave, do you, LT? All right, enough chatter. Let's move out, people. А Ленка, нехер подмазываться к моему командору. Хитрозадый старший лейтенант с чипом L2 в башке. Так, это медицинская клиника, но мы сейчас туда не пойдем. Нет смысла. Так, еще один видос. Это только опыт дает. Вниз по лестнице это штаб-квартире СБЦ и к вооружениям Спектра. Так, нам тоже туда не надо. Хотя... А, нет, пройдем здесь. Здесь еще один хранитель. И это памятное местечко. Здесь мы встретим еще одного члена нашей юбер-команды. Тали Зора Васнарая. Так. Технический какой-то коридор. Вот. Мы тут собрали парочку квестов. И теперь можем со спокойной душой двигаться в логово Кобры. Но это будет уже в следующей части. Это была третья часть видеопрохождения, ностальгического видеопрохождения игры Mass Effect. С вами был Горыныч. Всем спасибо за просмотры. Всем счастливо. Пока.